После того, как Россия сделала целый ряд шагов по фактическому признанию субъектности оккупированных территорий, признание паспортов, официальное введение российского рубля, замыкание экономики на Россию, становится ясно, кому принадлежала инициатива срыва Минских соглашений. И вся дипломатическая борьба в последние три года велась перед Западом, кто основной нарушитель. Потому что с самого начала было ясно, что Минские соглашения не будут выполнены, что Москва не собиралась ни выводить войска, ни передавать контроль над границей. И Украина не собиралась идти на тот план Путина на легитимизацию этих бандитских территорий и вталкивание их в политическое тело Украины. Украинское руководство проявило достаточную выдержку, поскольку это было очень важно. Ведь Франция и Германия – союзники Украины, и они придавали очень большое значение Минским соглашениям, три года считая себя миротворцами. И то, что Россия первой пошла на такой резкий отказ от буквы и духа Минских соглашений, это позитивно с точки зрения того, как это воспримут Германия и Франция. И это именно то, что нужно Украине. Наконец-то теперь все стало и так понятно. Что касается решения по официальной блокаде ОРДО, это очень правильный шаг. Демонстрация того, что игра в Минские соглашения закончена, что Россия не планировала их выполнять и теперь открыто нарушает. Это ведет к более реалистичному признанию ситуации Украиной. Теперь есть все основания рассматривать эти территории как временно оккупированные, так же, как и Крым. Это позитивный сдвиг. И для Путина этот момент, когда он понял, что операция «Новороссия» провалилась. Русское население в Украине не поддерживает русский мир. Украинская армия стала достаточно дееспособна. Основную часть страны невозможно захватить силой. Вот он и избрал вторую стратегию – разложение страны с помощью вталкивания в ее территорию управляемых бандитами подконтрольных Москве ЛДНР. И ему удавалось организовывать определенное давление Франции и Германии на Киев. Например, когда те заставляли Украину изменить законодательство, принимать меры по федерализации, едва ли не проводить выборы в Донбассе. По шагам, принятым Москвой, ясно, что она будет делать дальше. Кремль прекратит все фальшивые разговоры о восстановлении территориальной целостности Украины и станет повышать субъектность этих территорий, тем самым все откровеннее показывая агрессивную природу своей политики. Я думаю, что Москва изменит руководство в этих республиках. Не случайно сейчас реанимируется политический труп Януковича и Азарова и вообще станут утверждать, что власти в Донецке – это и есть законные власти всей Украины, и все, что находится вне этих территорий – это вот такие мятежные территории под контролем путчистов, пришедших к власти в результате военного переворота. Вот примерно в такую игру будет играть Москва, уже откровенно помогая новым территориям экономически и военно. Я не исключаю, что они официально обратятся за помощью к Москве, и она им окажет эту помощь, в том числе военную. Не случайно игра последнего времени со стороны Москвы, мол, якобы не было письма Януковича о просьбе ввести войска. Это делается для того, чтобы с таким письмом обратилась власть уже нового субъекта. Очень вовремя, кстати, умер Чуркин, по сведениям из Вашингтона, отправленный в российской резиденции. Потому что Чуркин зачитывал это письмо Януковича перед Советом Безопасности. Вот такая маленькая неувязочка. А сейчас Москве важно изобразить, что письма не было, Чуркина не было и спросить не с кого. Начинается третий этап путинского похода на Украину. Первый – попытка создания Новороссии – провалилась. Второй – втолкнуть ЛНДР в Украину и заставить Киев принять новую конституцию,
по существу уничтожив свое государство, тоже провалилась. И вот сейчас третий этап. Откровенная поддержка этой территории, признание субъектности, повышение уровня военных провокаций. Я не думаю, что в Москве дойдут до безумия военного похода во главе с майором Прилепиным на Киев. Но ведь вожди этих территорий все время повторяют, что они руководят всей Донецкой и Луганскими областями. То есть это не будет просто Приднестровье. Это будет Приднестровье с неопределенной границей, которую Москва будет все время пытаться расширить. Вот такой новый этап. Третий поход Путина на Украину. Для России это, конечно, огромная экономическая нагрузка, которая негативно скажется на и без того стагнирующей экономике. И это уже откровенная агрессия, которая вызовет политическую реакцию со стороны Запада. Это цена, которую Путин будет платить за свою авантюру. Он же не хочет от нее отказаться. Уйти из Донбасса в период начавшейся президентской кампании – это для него немыслимо. Он сам загнал себя в ловушку. И вообще похоже, что этот год выборов ему нечего предложить избирателям, кроме новых имперских понтов. С точки зрения экономики и жизненного уровня продемонстрировать нечего. И расширение субъективности на Донбассе не единственное его направление. Одновременно оформляется аннексия Южной Осетии, угроза нависает над Белоруссией, ведется совершенно явная информационная война против Лукашенко, которого они 25 лет не могут заставить вступить в Российскую Федерацию. Плюс завязывается какая-то совершенно безумная авантюра в Африке. Все эти шаги Путина ведут к развалу российского государства. Андрей Пьянковский.